Народ, это надо видеть. О, Светик пришла. Да, ногти сделала, покажи. Сделала я ногти. Ребята, это я вот снимаю, это надо видеть. Я пошла на ногти. Да. Пошла на ногти. Поставила мясо. Накрошила картошки, накрошила всего. Капусты, борщ варить. Да. Говорю, Андрюша, вот тебе баночки, вот тебе тарелочки, все доваришь. Ну. Ну вот. Сейчас я... Народ... Так вкусно пахло, я решил... Народ пьет пиво. Пиво. Была кастрюлька. Вот такая. Вот. Вот такая кастрюлька была. Ну, нормальная да. такая кастрюлька была, да. Ну, запахи такие... Запахи обалденные. Ну, на улице слышно, что борщок варит. Да. Собаки а моют на улице. А теперь я покажу, ребята, что он сварил. Казан. И в чем он сварил. Казан. У него ничего в кастрюльку не... Светик, это казан. Он варит, блядь, в тазике. Это казан. Я такого еще никогда в жизни не видел. Я был вчера на день рождения у квартиранта. Он поляну накрыл, ланган там, это, шаурпа. Лагман. Лагман, они в казане готовили. Я тоже, Свете, решил, блядь, борща в казане сварить. Это кошмар. Вдвоем живем. На весь, Света, на весь отпуск.